Чтобы попасть на Олимпиаду в Сочи, достаточно одного большого желания. Это доказали 75 северодвинцев и одна многодетная семья. Причем последние о том, что едут на игры, узнали только сегодня. Помогла статья в газете. Ее прочитал губернатор региона. О вашей замечательной семье мы прочитали в газете «Правда Севера». И знаете, когда у людей есть мечта, то всегда хочется помогать. Статья о многодетной семье Кирилловых, которая мечтает попасть на Олимпийские игры, вышла в тираж 15 января. Родители четверых детей рассказали журналисту, решили поехать на Олимпиаду еще тогда, когда стало известно, что город Сочи выиграл право на проведение игр. За это время у нас двое детей народилось, семья выросла, возможности поехать уменьшились. Вот. Ну и когда уже открыли продажу билетов, мы стали вот искать. Ну и, конечно, когда подсчитали то да сё, да сколько это все будет, получилось, что мы не сможем это себе позволить. На статью обратил внимание губернатор. Сегодня по его поручению Кирилловы получили 15 билетов. На соревнования по горным лыжам, лыжному двоеборью, конькобежному спорту. Осталось оформить через интернет паспорт болельщика. На Олимпийские игры Кирилловы планируют отправиться всей семьей. Причем берут даже младшего, полуторагодовалого сына. Болеем за наших! Кроме Кирилловых, болеть за наших будут еще 75 северодвинцев, правда, в свободное от работы время. Их задача – помогать в проведении Олимпийских игр. Им выпала честь отвечать за транспорт. Мы, например, стоим на объекте «Ледяной куб» – кёрлинг. И на парковках, да, например, мы работаем, и к нам подъезжает автобус, и мы проверяем, есть ли у него в аккредитации конкретная отметка, что ему можно на этот объект. Угу. Если ему нельзя, мы как-то начинаем с ним, ну, объяснять ему, договариваться, что вам сюда приезжать нельзя. Сегодня волонтеры встретились с мэром города. Он вручил сувениры с символикой Северодвинска, чтобы дарить их на Олимпиаде. На вопрос ребят, едет ли он в Сочи, глава города ответил отрицательно. Но мэр искренне завидует тем, кому выпал шанс побывать на играх. На шаг ближе к мечте ребята станут завтра в 6:27 утра, когда тронется состав железнодорожного вокзала Северодвинска. Северодвинск едет в Сочи!